21, 22 и 23 августа проходил 16-й международный турнир по боксу имени Суворова. Финальные поединки, встречались 20 пар, состоялись в субботу, 23 августа. Несмотря на то, что практически все боксеры обладали статусами кандидата в мастера спорта и мастера спорта, и борьба получилась неимоверно сложной, а соперники были сильны как никогда, одному измальчанину все же удалось стать золотым призером этого престижного турнира и завоевать кубок мэра Измаила. Это молодой перспективный боец клуба бокса «Дунаец» Михаил Дога, который в финале обыграл на ринге представителя команды Херсона Жана Беспарьянца и одержал безусловную и убедительную победу. Михаил по праву завоевал золотую медаль чемпиона в весовой категории 52 килограмма. Михаил, трудно было одержать победу? Соперники все очень трудные. Очень много кандидатов в мастера спорта, очень много мастеров спорта. Все ребята достойные, хорошо отбоксировали, и соперник дал мне очень хороший бой. Праздник бокса удался на все 100%. Все 135 гостей и спортсмены и тренеры уехали с массой положительных впечатлений и желанием приехать к нам еще не один раз. Оксана Карцелян, веб-студия «Курьер».